На станциях Владивостокского фуникулера практически месяц кипят ремонтные работы. На рельсовых путях уже заменили дефектный брус, настил, элементы скреплений, отрегулировали ширину колеи и возвышение рельсов. Сейчас вот в данный момент вы видите именно сборку оси вагона с насаживанием колес на ось. Они насаживаются жестко с помощью гидравлического пресса. Вот сейчас идет именно процесс сборки. После этих работ еще нужно будет эти колеса подвести под вагон, собрать тормозную систему, которая разобранная в данный момент находится под вагоном. Вот. И только после этого уже, да, будут производиться испытания, потому что нарушение идет к самой конструкции тормозов, и мы их перебираем, и, соответственно, все регулировки вновь нужно проверять обязательно. В самих вагонах также провели косметический ремонт. Здесь покрасили напольные покрытия, произвели их частичную замену, а также завершают ремонт посадочных мест. Отметим, специалисты тщательно следят за состоянием фуникулера и всегда поддерживают его в надлежащем виде. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.